Так, ну что, горючка чуть подешевела. Центов на 10-15, наверное. Ну, обещают еще разное. То вверх, то вниз. Посмотрим. Так, ну цены отличаются. И постоянным клиентам еще скидка. 7 центов с литра. Так, на озере весной и осенью собирается много разных птиц. Гуси, лебеди, утки. И строится смотровая вышка. Сейчас попробуем подойти поближе, до куда там можно будет. Ну вот такая вот строится конструкция. Вот такая вот новая достопримечательность будет. И понаблюдать за птичками. Грязюка. Ну, конечно, потом уберется, какая-нибудь дорожка сделается, наверное. Может, тропинка. Так, что-то и там делают. Ты думаешь, я тебя покормлю? Никого думает, покормлю. Ой, какой красавец тут. Да, ты ко мне идешь. Да. Да. Я ничего не взял. Да. Ждут. Ждут, что их сейчас чем-нибудь покормят. Какие красавцы. Ну, ничего ты шипишь. Да, шипит тут. Красавец. Ай, красавец. Красавец. Да. Вот какой. Да. А, красавцы какие. Красавцы. Дюх. Жрать давай, да. Ну тут и магазина рядом нет. Негде тебе хлебушка взять или что-нибудь вкусненькое. Фи-фи-фи. Тяф-тяф-тяф. Тяф-тяф. Угу.
Холодает, холодает, обещают снег, морозы. Да? Точно? Чао. Чао. Чао-чао. Чао-чао. Перышки надо почистить. Вот так. Холодно тебе? Или тепло под пухом лебяжьим? Вот так вот хвостиком помашет. Ах, красавец какой. Красавец-то. Красавец. Или красавица. Как тут вас разобрать-то? Да, скажи, почему без еды ходят тут всякие, покормить некому. А там вдалеке еще плавают. Какие-то мутки раскрякались. Бурчат. Утки бурчат там, да. А что там утки бурчат? Не знаешь? Что они там бурчат? Тоже кушать хотят? Да. Да. Второй куда-то там. Вот так. Понял, что ему тут ничего не светит. И решил отплыть подальше. Ну и что ты шипишь? Шипит он тут. Да. Поймаю за попку. За пушистую. Не, не поймаю. Ну что, будешь плавать будешь? Или со мной постоишь тут? А, там утки ныряют. Утки ныряют, лебеди плавают. Красота. Так. Ну, и что ты будешь? Ты хочешь меня покусать? Вот какой сердитый. Кто ты такой сердитый? Да. Что ты такой сердитый? Кто такой? Что случилось? Красавец, 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 ах, как, да, о, шея длинная, белая, да, и сам весь белый, да,
Вот, потянуться надо. Вот. Буду я тут с тобой стоять и разговаривать. Вот так. Пошел. Вот, поплыл. Тронь. Заводи баркас. Еще бурчит там чего-то. Тем. Быстро плавают. Пусть плавают, а то у меня уже ноги затекли. Так, что-то он решил меня тут погонять. Что, тебе денег дать? В магазин сам сходишь? Да. Нет, сам в магазин пойдешь. И второй идет. Ну ладно, я пошел. Так, сейчас буду от лебедей бегать. Да? От вас убегать придется? Злюка. Злючка. Все, я пошел. Да? Вот так вот. Еще подойдешь? Нет. Пойдешь ко мне еще, да? Ты тут хозяин? На твою территорию зашел? Ну как, охраняет. Наверное, лебедь. А там, наверное, самка. Лебедиха. А там ворона бегает. Там ворона скачет. Да, все, я пошел. Ну давай, я пойду, да? Я пойду. Напугал ты меня. Напугал. Все, я ухожу. Догонять не будешь? Да, место красивое. Бывший карьер, теперь получилось озеро. Получилось, конечно, давно уже. Но от этого места все равно осталось красивым. Или стало красивым. Все, я пошел. Давай, счастливо. Хозяйничай. Хозяйничай. Нет, что, я недалеко ушел еще. Надо дальше уходить, да? Что ты мне скажешь? А хвостиком виляет. Если это как у собак, то это дружелюбно. А если у лебедей не как у собак? Как тебя понять? И как тебе понять, чего ты машешь хвостиком? Красавец, красавец.
Вон утки крякают. Все, пойдешь? Пойдешь плавать? Ну иди поплавай. Иди там рыбку поймаешь. Поймаешь рыбку? Наглядывает. Да иди, иди уже, ладно. Да? Иди плавай. Задумался. Думаешь, что делать с этим двуногим? Так, у меня уже руки замерзли. Сыро, холодно. Эх. А ты на юг не полетишь? М? Будешь тут зимовать? Или на юг полетишь? Не хочет разговаривать. Чом-чом? Чом-чом? Китаец? Чом-чом? Чом? Чом о чем? Ням-ням кусням? Чом-чом? Ладно, кто-то из нас должен уйти, да? Ну, я пошел. Да. Так, тут уточки периодически ныряют. Только вот поймать, которая будет нырять. А, вот. Вот это на вторую гоняет. Кря-кря. Все, надоело ему за мной гоняться. Остался там.